я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня я с вами поделюсь, как я делаю маринованный лук. Уже просто во многих видео, во многих блюдах я использую маринованный лук и решила отдельным видео записать, чтобы дальше не останавливаться подробно на приготовлении лука. Очень все быстро делается, буквально за 15-20 минут и готов подаваться на стол лук. Очень вкусный получается, как отдельная закуска, как к разным другим блюдам. Также я мариную рыбу, допустим, с этим луком. И не надо ничего ждать, там, часами, сутками и так далее. Итак, смотрите. Итак, первое, что мы делаем, это режем лук полукольцами. И заливаю кипятком на 15 минут, чтобы вся вот горечь лишнее из лука вышло, и чтобы он стал мягче. Через 15 минут, вот вода уже теплая стала, остыла, промываем под проточной холодной водой лук. И теперь я вот делаю так. Сначала вот так перчу. Прям хорошо перчу. Хорошо солю. Добавляю уксуса 4 столовые ложки, также 4 столовые ложки растительного масла, и опять же руками вот так вот все перемешиваю. Все, лук наш готов. Его можно использовать в очень многие виды блюд, в салаты различные, на бутерброды, мариную скумбрию, допустим, вот с таким вот луком, как отдельная закуска. То есть он уже готов сразу. Из-за того, что мы его пробланшировали в кипятке, промыли в холодной воде, он уже абсолютно готов, промаринован. Пожалуйста, пользуйтесь этим рецептом, делитесь этим рецептом с друзьями. Подписывайтесь на мой канал. За лайки всегда спасибо.